Колым сегодня выпал, фрукты свозить. Вот сейчас грузимся, точнее грузит. Ну, собственно, ничего такого, туда-обратно. Просто съездить, да рассказать вообще. Работать я нигде не работаю официально. Одни только проекты в интернете. Сейчас вот в данный момент занялся сильно. Упор идет на YouTube канал, так как давно себе хотел уже, а вот времени все не позволяло. Сейчас маленько больше времени, поэтому будем пилить видосики. Форматы будут всякие разные. Будут и игры, и там по машинам что-нибудь придумаем. Ну, это ближе к лету, наверное, потому что как бы у нас, как вы видите, холодно, снег, зима. Шибко гаража теплого нету. То есть он как бы есть, но там нету света и
В общем, как-то так. В общем, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Ваша поддержка, как бы, всегда очень полезная. Доехали до места разгрузки. Сейчас выгружают, загружают и едем в обратном направлении. Выгружаемся там, где первый раз загружались. Собственно, все. Итак, друзья, вот мы загрузились, выехали на трассу. Сейчас едем, получается, в обратную сторону. Загрузили немного больше по весу. Не 1,5 тонны, а около 2. Ну и прям я скажу это... Машинка прыгает. Еще такая дорога прям. Не ахти. Вот как-то аккуратненько, осторожненько пытаемся ехать.
загрузимся и поедем дальше. Еще есть мебель повозить. Ну там уже по городу. Да, если время будет, сниму. Посмотрите, если вам интересно.